Привет, меня зовут Эльвира. Можно пространно говорить о том, почему же Таврида, о новых знаниях и умениях, о том, что я хочу поделиться опытом, но все это вы уже слышали. Я приведу факты. Форум прошлого года стал для меня катализатором, а после понеслось. Росписи в разных городах России, а в этом году арт на заказ во Вьетнаме. После смены, посвященной стрит-арту, достижения будут еще масштабнее, потому что я быстро учусь, качественно работаю и в команде, и в одиночку, имею огромное желание творить красоту в России. На форуме я хочу не только получать, но и делиться. Я расскажу о волонтерстве в России и за рубежом, а еще о том, как уехать на зиму в Азию и найти там заказы на роспись. Именно на Тавриде я собираюсь презентовать проект на грант, связанный с волонтерством в сфере помощи детям, победившим рак, и со стрит-артом. Он будет реализован вместе с фондами таких городов, как Москва, Уфа и другие. Для меня важно развивать уличное искусство в России и делать города страны интереснее для туристов. А с командой Тавриды мы создадим осмысленные и качественные арты.